Okay. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 66-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». И в этом уроке я хочу вам показать виджет, который позволяет вам добавлять сайт в закладки. Ну, то есть в закладки браузера. Чтобы человек, например, не потерял ваш сайт, если он захочет еще к вам зайти, он сможет зайти через закладки своего браузера. Мы можем за счет виджета иметь любую кнопку. То есть я сделал просто из текстового фрейма Adobe Muse кнопочку. То есть мы любой элемент можем сделать кнопкой. Пусть даже это будет графическая кнопка или это будет SVG кнопка. Как он работает? Кликаем на кнопочку, у нас всплывает окно. Вот этот текст, который здесь написан. Чтобы добавить в закладки эту страницу, нажмите горячие клавиши сочетание Ctrl плюс D. То есть вот этот весь текст у нас, видите, он управляется. То есть вы можете написать что-то свое. Ну, нам сказали, что нам сделать. Нажимаем ОК, и я нажимаю Ctrl плюс D. У меня браузер Opera показывает, что закладка добавлена, и мы кликаем «Просмотреть в закладках». И вот у нас сигнализирует, что закладка добавлена, то есть сайт добавлен в закладки. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим, как устроен данный виджет. Итак, виджет я перетащил на холст. У нас здесь нет никаких настроек. У вас здесь будет написано по-английски. Все, что написано по-английски, вы сможете скопировать, вставить в Google Translate и перевести на русский. Что сделал я. То есть здесь просто, чтобы было уведомление на русском языке. Все. И Enter. Дальше манипуляции у нас идут с кнопкой. Как я уже сказал, вы можете использовать любой элемент. Здесь мы подключаем стили графики. Переходим в правую панель Adobe Muse. Находим здесь стили графики. Добавляем новый стиль. Кликаем два раза левой кнопкой мыши по слову «стиль». То есть вы это уже делали. И вот будьте здесь внимательны, вы должны написать здесь вот такое заветное слово. Обязательно точное слово, букву в букву. Если вы ошибетесь, у вас ничего не получится. После этого вы нажимаете «ОК». Все, у нас уже все с вами готово. Давайте проверим. Перейдем в Adobe Muse. Кликаем на кнопочку. У нас с вами все получается. Ctrl-D. Пробуем нажать Ctrl-D. Закладка добавлена. Смотрим, закладка здесь есть. На этом я урок заканчиваю. И увидимся с вами в следующем.